Первый вопрос – заседание, состояние и качество ритуальных услуг, а также мест погребений. Тема важная в областной совет, по ней нередко обращаются ветераны. Ветераны умирают, ветераны уходят из жизни. Нету ритуального зала у нас в областном центре. Во-вторых, захоронения приходят в негодность. Некоторые памятники – то же самое, их нужно обихоживать. А дети и родственники, которые захоронили того или иного человека, тоже в большей степени ушли уже из жизни. Кто будет этим заниматься? Вот и мы решаем этот вопрос. С тем, чтобы подключить и волонтеров, чтобы подключить и государственные органы, и средства из бюджета. Вот сейчас приняли решение, уже будет МЧС помогать нам. Вот и будут строить тысячелетию нашего прекрасного города, будут и создавать и ритуальный зал. В числе участников мероприятия – представители Брестского спецпредприятия. Именно они несут ответственность за места погребения, а также памятные места и знаки. Оказывают услуги по захоронению. В их ведении 13 кладбищ, общее состояние которых и родственники умерших, и контролирующие органы называют удовлетворительным. Хотя в условиях сокращения финансирования и оптимизации поддерживать уровень непросто. Проблем, конечно, касающихся ритуальных услуг, достаточно. И все их мы сразу решить не сможем. Но по мере поступления надо как-то оказывать друг другу содействие и будем решать эти вопросы. Наводить порядок на территории некрополей помогают многочисленные акции. В них принимают участие сотни человек. Представители различных организаций и предприятий – просто неравнодушные жители города над Бугом, что, безусловно, вносит свой вклад в общее дело. В целом, взаимодействие ответственных структур в данном вопросе можно считать успешным. Цель наша – достигнуть еще больше, более высокого уровня взаимодействия между общественной организацией, а их же много. Это и Белая Русь, и ветераны, и БРСМ, комсомольцы, то есть. И все они должны вместе, и профсоюзы, это все общественная организация. И мы все вместе должны работать в одну точку. И при этом оказывая взаимодействие друг другу помощь. Тогда будет результат нашей работы, нашей общественной работы. Также в ходе мероприятия был заслушан доклад о работе организации «Белорусский союз офицеров по социальной защите ветеранов». Обсуждены вопросы подготовки к мероприятиям в честь столетия со дня образования органов соцзащиты и комсомола. Еще в центре внимания проведение семинара председателей городских и районных советов ветеранов. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.